motherfucker. Как так? Вниз упал? Вон он, прям под нами кружит. Сука, а? Офигеть. На 5 минут нельзя никуда присесть, прилететь вообще. Везде все пытаются сожрать. Слушай, ну... Тут вулкан есть, очень хотелось бы на него посмотреть. Прикинь. Мы на очень прям высокой точке. Вау. Мы долетели до вулкана. Офигеть, получено достижение. Альпинист. Офигеть. Да фиг с ней, Слава, посмотри, где тут. А, вот это да. Прикинь, короче. Вау. Слушай, смотри. А тебе не кажется странным, что некоторые выполнены в роли искусственных мозаик каких-то металлических? Ой, что это там? Смотри. Да. Прикинь. Это не просто так, смотри, вот эти вот формы, офигеть, и какой-то портал. То есть я был прав, это не просто так сделано. Смотри, тут какая-то дверь. Офигеть. Обсидиан, кристаллы, там вон еще какие-то вон руды. Круто, прям вообще огонь. Офигеть. Да, эти породы не просто вырублены в форме какой-то... Стой, стой, стой. Возможно, магма может быть опасна. Слушай, ну да, нужно, короче, долететь вон до туда, потому что я боюсь, что вот здесь вот, наверное, нас нахрен убьет. Потому что, смотри, она жидкая, магма. Офигеть. Офигеть. Слушай, мы обязательно туда отправимся. Обязательно туда отправимся. Так, еще один артефакт. Ох ты, кенгуру! Как бы я не любил кенгуру, их просто не должно быть здесь. В этом периоде они появляются только через 60 миллионов лет после вымирания динозавров. Место с другими сумчатыми. Этот остров не экосистема, это зоопарк. Слушай, ну вот и суть. Короче, ученый вот этот, который расследовал это все, он докопался до истины, что остров является нереальным. Что, в принципе, мы и так уже догадались, что здесь что-то не так. Что ты, блядь? Отлично открываешь. Смертоносно. Это обелиски. Нереально огромные штуки, питающие энергией весь остров. Офигеть. В вулкане там дверь металлическая. И там был такой же, вот видишь, вот как здесь сейчас идет, снизу вот эта вот, не знаю, платформа. Также на том входе была такая же платформа. Мне кажется, это как-то связано. О, что это такое? Артефакт Небесного Лорда, артефакт неуязвимости, артефакт силы для открытия портала. Надо найти артефакты. То есть, получается, мы должны призвать какое-то создание. Для этого нам еще нужно найти артефакт Небесного Лорда, артефакт неуязвимости, артефакт силы и артефакт хитрости. Охренеть. И вот для чего нужны теперь лапки тиранозавра, легкие юнитарусы и так далее. То есть, у всех альф, которых мы забили. Пощупальца тусасина. Тусовщика. Щупальцы тусасиотиса. Блин, прикольно. Офигеть. Слушай, а какая доля вероятности, что меня убьет, если я под луч прыгну? Уи! Не, нихера не прыгает. Поближе разглядим. Охренеть, какая высота.
Слушай, а может быть в разных обелисках разные задания? Надо это проверить. Офигеть, надо это проверить. Яичко заглючило яйцо. О, отглючило. А нет, прикольно. Глюки. Не, мне кажется, просто там это очень-очень сильно хочет вылупиться птенец, и он просто уже на грани безумия, он не может скорлупу разбить. Как в мультиках, знаешь, так уже начинает просто там со всей силы теребонькать.